И вот я подумал, наверное, в момент, когда этот самолет взорвался в воздухе, они же не мгновенно там погибли, у него по-любому было время немножко подумать. Я думаю, что одна из первых мыслей, которая его посетила, это, наверное, сожаление по поводу того, что он тогда до Москвы не дошел. По поводу Евгения Пригожина, кстати, нельзя, наверное, да, не упомянуть. В момент, когда он начал этот свой марш на Москву, я тогда помню, точнее, когда он его прекратил, я тогда очень удивился. Я подумал, неужели он надеется, что его теперь так оставят дальше жить, на него не будет охотиться. И я думал так, но он в любом случае знает их лучше меня, и скорее всего у него, наверное, какой-то план куда-то свалить, где-то, может быть, там в Африке он будет, но в целом, наверное, у него что-то есть, какие-то планы. А оказалось, что нет, он очень удивил меня, честно говоря, тем, что он спокойно после этого вернулся в Москву, начал там что-то летать по России и надеялся, по всей видимости, что реально там все решено, у него есть какие-то гарантии безопасности. Это, в общем, удивительно. Потому что я, просто наблюдающий за всем происходящим, то есть знающий Путина и целом эту систему чисто по наблюдению, да, лично с ними не знаком, даже я понимал, что такое не простят. И нельзя, в принципе, это простить. Это было понятно. А не простить в таком государстве, в российском таком криминальном бандитском государстве, где, по сути, ну, бандитская система выстроена, а там это означает человека демонстративно убить, и никак иначе, не посадить там, не наказать штрафом, не как-то еще, а именно, или там, сымитировать сердечный приступ, нет, а именно публично, нагло, показательно завалить, чтобы все поняли, кто это сделал, и все испугались, и все, чтобы все знали. И вот это, я это, в принципе, понимал, но, видимо, Пригожин этого не понимал. Он почему-то решил, что он может спокойно летать по России. Я не знаю, я даже находясь в Африке, ему нужно было бы постоянно мониторить свою безопасность, как-то заботиться об этих вопросах, а он спокойно прилетел, причем не один, а еще со своими двумя замами, по сути, одним этим ударом они полностью обезглавили весь этот Вагнер, отомстили, как бы демонстративно, всем все показали, все все поняли. То, что там троих членов экипажа, вообще людей, которые не при делах убили, какие-то сопутствующие потери. Подумаешь, там, к Путину соболезнования высказал, все, пусть будут счастливы теперь их родственники. Может быть, там еще какие-то компенсации тоже дадут, скажут. Извините, но так надо было, и те тоже смирятся. В общем, мысль, которая меня посетила, когда Пригожина, вообще, когда первая информация появилась, что Пригожина увольнули, я как бы сразу ее принял, потому что это было очень ожидаемо. И вот я подумал, наверное, в момент, когда этот самолет взорвался в воздухе, они же не мгновенно там погибли, у него по-любому было время немножко подумать. Я думаю, что одна из первых мыслей, которая его посетила, это, наверное, сожаление по поводу того, что он тогда до Москвы не дошел. Что он пошел на эту сделку, развернулся. А ведь, да, скорее всего, его и так убили бы. Но это была бы совершенно другая смерть, и там, ну, был бы шанс, а вдруг нет. А вдруг он бы совершил этот переворот, а вдруг бы его поддержали какие-то там очень серьезные генералы, войска. А вдруг? В любом случае, эта мысль его, я думаю, посетила. А тут он, видите, пошел на эту сделку, и его просто грамотно, даже наверное, неправильно будет сказать, что это грамотно, просто его уничтожили, показательно его казнили, наказали за то, что он сделал.
попытался сделать. انتظريني يا قدس، انتظريني سأزيل صدودا وقيودا وسأنحر جسى الصيون. انتظريني انتظريني يا قدس، انتظريني سأزيل صدودا.